Приветствую вас, дорогие друзья, на своем канале. И сегодня я продолжаю рубрику о том, где вкусно, недорого и не отравиться поесть в Питере. Итак, сейчас я двигаюсь по направлению столовой тарелки, которая находится в Адмиралтейском районе, в центре Питера. И это не единственная столовая в городе, их сеть. Я там часто достаточно ем. Я там постоянно вижу гаишников. Гаишники не будут есть всякое дерьмо. Также, так как она находится напротив Троицкого собора Измайловского, туда ходят обедать священники, которые, наверное, тоже проверили это все на своем желудке. А там еще достаточно демократичные цены, и вкусно готовят. Персонал работает в перчатках, и посуда достаточно чистая. Итак, я дошел до столовой тарелки. Она располагается прямо напротив Троицкого собора, как вы видите. Вот священникам достаточно перейти дорогу, чтобы здесь поесть. Итак, пойдемте покушаем. Вот вход в нее. Так, дорогие друзья, я взял завтрак за 250 рублей, который мне обошелся. Что в него входит? Это кофе латте, каша рисовая, драники и очень вкусный горячий бутерброд. Все эти блюда я уже не раз пробовал, они очень-очень вкусные. Всегда прекрасная музыка, были раньше телевизоры, их убрали. Посмотрите, какой классный зал с зеркалами. Ну вот, дорогие друзья, я перекусил в столовой тарелке. Все очень вкусно. Я ушел сытый, хотя пришел голодный. Очень вкусный драник и горячий бутерброд. Народ здесь в тарелке достаточно приличный ходит. Бомжей нету, что хорошо, потому что во многих питерских столовых очень дешевых есть бомжи. Это плохо. Но здесь контингент хороший, я думаю, что если они приходят, их просят уйти. Могу сказать, в столовой есть одноразовая посуда, что очень важно, потому что я иногда брезгаю есть местными вилками, ложками. Я люблю есть одноразовыми вилками, ложками. Очень чистые подносы, чистые тарелки, салфетки предлагаются. Накладывают все в перчатках белых. Подносы за собой убирать не надо. Там все убирают за вас. И все очень-очень вкусное. Постоянно новое меню, так что приходите в эту столовую, не пожалеете. Все, а с вами был Дмитрий Тихонов. Всем пока, всегда новых встреч. Удачи!